Учащиеся 4-й школы и сотрудники дорожно-патрульной службы проводят очередную профилактическую акцию. Вместе с сотрудниками они провели беседы с водителями о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. У нас сегодня проходит акция «Талисман водителю». Дети вот с 4 класса 4-й школы сделали собственными руками такие вот пожелания для водителей. «Талисман водителю» они назвали. И вот мы сегодня поздравляем всех водителей с весной. И водители больше внимания уделяли детям на дорогах. На каждом детском талисмане пожелания для водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения. У каждого ребенка свое обращение. Не гоните водителей, вы ведь тоже родители. Счастливой дороги, хорошего пути. Пропускайте детей на пешеходном переходе. Будьте внимательны. Спасибо. Это вам. Спасибо вам большое. Взрослые с улыбкой выслушивали маленьких участников дорожного движения и благодарили всех за проведение такой акции и пообещали выполнять все дорожные правила. Конечно, важно. Сейчас и машины ездят, гоняют, особенно вот эти перекрестки, тут дети. Как бы внимательно надо быть. Всегда надо соблюдать правила дорожного движения. В любом случае, как полагается, так и надо ехать. В Лабинском районе подобные акции с детьми сотрудники ДПС проводят регулярно. И результат такой деятельности очевиден, считают инспекторы. С детства участники мероприятий знакомятся с правилами дорожного движения. Я соблюдаю правила дорожного движения, потому что если их не соблюдать, можно лишиться жизни или стать инвалидом. Мы сегодня говорили водителям, как важно, чтобы они пропускали детей, чтобы они останавливались. Целью привлечения именно внимания водителей транспортных средств к проблеме безопасности детей на дорогах, чтобы они более внимательно относились к малышам, которые появляются на проезжей части, около проезжей части, переходят дорогу по пешеходному переходу. Сделать акцент на именно детский дорожно-транспортный травматизм. Такие акции помогают детям самим соблюдать правила дорожного движения. То, что они делают эти поделки собственноручно, подходят к этому творчески, заставляет их задуматься, как правильно себя вести именно на проезжей части. Педагоги надеются, что детские послания заставят автолюбителей задуматься об уважении и любви к участникам дорожного движения. Детки – это самые важные юные пешеходы. Они не всегда соблюдают, увы, пока правила дорожного движения. Поэтому мы хотим, чтобы на нас обратили пристальное внимание, чтобы водители были более ответственными. И если на дороге стоит маленький юный пешеход, то они обратили внимание, приостановились и пропустили нас. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Алаба».